24 февраля стартовала регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийского масштаба единой платформы по голосованию за объекты благоустройства на сайте za.городсреда.ру. В течение 5 недель с 26 апреля по 30 мая каждый житель России старше 14 лет сможет проголосовать на сайте за выбранную территорию. Свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования уже создается в каждом регионе. Регистрация добровольцев завершится 22 марта.